Лучачес Амигос, с вами как всегда я, дядя Лукас, и сегодня у меня довольно необычный ролик для вас. Судя по названию, вы уже поняли, что это видео-тест для вас, и сейчас я вам все более подробно расскажу. Но перед началом ролика я бы хотел поздравить вот этого парня с победой в предыдущем конкурсе розыгрыша 1000 V-баксов. Ну а если и ты, друг мой, хочешь получить 1000 V-баксов, то тебе нужно поучаствовать в розыгрыше, и все, что надо сделать для этого, это подписаться на канал, поставить лайк этому видео, и в комментарии написать свою соцсеть для связи, чтобы я мог связаться с вами в случае вашей победы. Итоги будут в следующем видеоролике, ну а мы начинаем. Итак, тест на знание перевода скинов. Я буду показывать вам скины и их английское название. Ваша же задача за 5 секунд выбрать верное, на ваш взгляд, название. А в конце же теста написать ваши результаты в комментарии. Будет интересно посмотреть, кто и как знает игру. Идею для теста подсмотрел на сайте Fortnite Fun. Итак, начнем с простого. Как называется этот скин? Skull Ranger. И правильный ответ — костлявая леди. Перейдем, пожалуй, к следующему скину. А что это за парень? Томато Хэт. Ну и правильный ответ — сеньор Помидор, естественно. Его имя слышали слишком много раз, чтобы забыть. Ну а теперь следующий, чуть сложнее скин — Биф Босс. Однако и этот скин часто фигурировал в разных ивентах и хорошо запомнился бургерменом. Ну а как же зовут вот эту мисс? Dark Bomber. Было бы грешно выбрать неправильный вариант, ведь не знать имени зловещей бомбистки Fortnite невозможно. Следующий скин иностранцы называют Night Night, а как же вы его называете? Не знаю почему, но называется он Весельчак, хотя в маске выглядит, ну, очень крипово и сыкотно. Ну да ладно, сейчас, пожалуй, самый сложнейший скин ролика. Техникоя. Ну, вы поняли. Олды точно ответят верно. И назовут ее имя мисс Бэнкси правильно. А вот что это за девочка из 4 сезона, имя у которой Зои? Ну, тут невозможно не угадать, ведь Марцепанка была отсылом к Харли Квинн, но это уже совсем другая история. А мы продолжаем. Кто она? Фейбл. Это было легко, не правда? Ведь алая шапочка была совсем недавно в прошлом боевом пропуске и еще свежа в памяти. Ну а мы почти закончили. Кто это? Скорпион. Хоть и английское название у нее Скорпион, но наши локализаторы захотели дать ей имя Гюрза. Такие дела. А теперь совсем просто. Ну или нет. Гаррисон. Ну или Гаррисон. А имя этому парню в русском варианте — Гарнизон. На этом тест я, пожалуй, закончу. Ребята, посчитайте, сколько вы угадали скинов и пишите ваш результат в комментарии в формате 5 из 10 или 9 из 10, ну вы поняли. Я уделю сразу после ролика примерно час и буду читать ваши комментарии и смотреть, как вы справились. Если вам понравилась идея ролика с тестами, дайте мне знать об этом вашим жирным лайком. Давайте так, 1000 лайков на этом видео, и я придумаю новый тест для вас в тот же день и приступлю к работе, так как это очень будет отличным показателем, и я пойму, что вам понравилось. Ну, на этом все. Не забудь подписаться, чтобы не пропускать новые интересные ролики и розыгрыши. С вами был дядя Лукас. Всем до скорых встреч в новых видео и адьос, амигос.